Доброго времени суток всем. Всем привет. Продолжаем проходить Dead Space 3. Мы уже, в общем-то, опять сюда дошли. Ну, там близко было. Сейчас мы выйдем, на нас будет толпа народу нестись. Вон у него тоже все, он, видишь, все штуки поломаны на шапке. Всяк. У Карвера? Да. Поэтому у него это... Мы сегодня просто видели этот пост в комментарии по поводу того, что... Ну, и Санька тоже об этом тоже задумывался, кстати говоря. О том, что вот Карвер, значит, в шлеме, да? А Айзек без шлема. То есть в космосе, значит, он нормально выживал, а здесь у него температура, видите ли, влияет. Не, ну слушай, а он тоже побитый, кстати. Ну, логично было бы вообще-то. Он не, весь... ну в том-то и дело, что он, логично смотри, видишь, было бы. Вот у него кровь, вот видишь, вот размазана на экране. Просто плохо видно. У меня, если кому интересно, посмотрите, вот на шлеме я смотрю кровище. Это кровище, у него, по-моему, просто маска такая красная. Нет, у него он был весь такой лощеный, то есть черно-красный, только вот проглядывал костюм, вот сзади, вот на этой штучке, которая позвоночник. А так у него, видишь, все намазано сейчас. Весь какой-то поцарапанный, весь сбитый. Ладно, пойдем. Я надеюсь, нам скоро дадут новый костюм, мы подлечимся, и нам будет хорошо. Ну хотя нет, в этой игре нам хорошо не будет. Все, ты готова? Пошли. А, сейчас, секунду еще. Ребят, кто вот подсказывает нам хорошо, вот разбирается в Dead Space, в третьем особенно, кому не сложно, периодически хотя бы заглядывайте в контакт. Нам вот сегодня столкнулись с тем, что нам вопрос задали, а мы не знаем на него ответа. Вот пришлось спросить здесь в комментариях, чтобы помогли с ответом. Все, теперь можно идти. Пойдем. Ой, кровь. Ха. Это что было? Еще раз зайди. Не поняла, что извините. Было? А, ну отсюда кровь видно. Красный нет, снег. Нет, выходи. Но это подсветка идет, снега. Видишь он? Да-да-да, вижу. Видел. Освещение так просто работало. Да? Ага. Ой, сейчас отбиваться будем. Чуть роботом их тут всех не заработило. А чё на меня-то сразу? Я же говорила, Айзека жрите. В прошлый раз чё, ничего не понимают. Это, я не пойму, это здешние обитатели? Или... Это уже не обитатели, а родные населения? Туземцы, да. В смысле туземцы? Ну, коренные жители. Думаешь? По-моему, это всё-таки не коренные жители. Солдаты? По-моему, да. Да, ну, я кстати... имела в виду тех солдатов, которые здесь 200 лет назад еще того. А-а-а. Они уже почти как коренные жители. Я так понимаю, что тех, кого здесь нашли изначально, они не совсем на людей-то были похожи. Что-то я сегодня, по-моему, в ГВ перебегала. Мне так хочется постоянно от этого колесиком пытаюсь отдалить камеру. Я тут робота поселю ненадолго. А что, здесь прям? Ну да. А у меня тихо вроде. Да? Да, пошли. А у меня это... Может зайти погреться обратно? Чё, бежать, что ли? Ну ладно, пойдем дальше. Блин, мне не очень комфортно, что такая территория большая. Откуда бежать будет, непонятно. Если будет. Так, там какая-то... Вон, Саш, на пол смотри. Ну да. А ловкие они, ребята, устроились тут. Мне холодно. Нам тут тем холодно. Ой, слышишь? Слышу, вот еще ползет. Вылезай, дрянь такая. Блин, привязалось мне это слово твое. Тоже холодно совсем. Ага. Куда бежать? Вот дверь. А. Заходи. Т-
Так, остановилась. Хорошо. Насколько это может быть хорошо, конечно. У тебя сопли в носу замерзли. Да там, блин, все в носу замерзло. Открываю. Опа. Так, это толстенький. Замерзает. Isaac. Well, I'll be damned. Where is everyone? They're headed for a research facility up the ridge. Так ходил бы хоть комбинезон. But there weren't enough to go around, so I decided. Да он чувствует, видимо, что не жилец. There might be more down in the basement. Might be. Well, the elevator shot. And we heard something scratching around down there. So we didn't. У него ребро пробито, что ли? Легкое, вернее сказать. Mm-hmm. Все, понятно. Ой. Почему он здесь один остался? Какого хрена они его бросили вообще? Ну. Здесь какую-то фигню можно запустить. А, лифт, ну, видимо, починить можно. Чё тут? Тут коробка стояла. Вон, видишь, двери какие-то. Да, посмотрим. Пока я еще смелый. Ты смелый? А, пока да. А то у меня что-то ружье приклинило, рычит. А, станок, робот, фу. Я вас люблю. Модуль, обнаружение мин. Запустить, наверное, надо, как думаешь? Кого? Обязательно. Этот. Нам же отогреться нужно. А, хорошо. Температура вверх пошла. Так. Модуль обнаружения мин. Цепь. А, ну это все было. Так, сгрузить патроны. Аптечки пока так оставлю. Я думаю, хватит. А, улучшать, в общем-то, мне особо больше нечего вроде. Сейсмоанализатор, сейсмический датчик, который использует детонирующие заряды. Можно попробовать его поставить. Вариант. Излучатель Тесла. Ой. Ты что там сделала такого? Я сходила за этой штукой, которую я не смогла взять. Ты вот не надо так делать, а, пожалуйста, когда я вышла вот сюда ставим. За улицу, вот сюда, вот до угла дошла, вот сюда. Вот здесь лежал этот модуль. Что ты на меня тут вообще? Бочку хотишь? Я бочку хотел. Я, между прочим, тоже напугалась. А я как-то пугался, думаю, у станка сейчас стою, как меня, блин, сзади там кто прихватит. А я у станка стою. Ну, стахановец, значит. Я не пойду больше к станку, все, пошли отсюда дальше. Иди, я никуда не пойду, если тебе нужно. Постою рядом. Ты будешь еще заходить, нет? Куда, в станок? Да. Не. Ну подожди тогда сейчас. Мне вроде больше нечего особо делать. Ладно, зайду. Да я сама напугалась. Да я вздрогнул так, что, блин. Так все сложилось вроде. Просто не знаю как. Неописуемо. Ну да, не могу. Запас тут. Так, попробую сделать новую тяжелую стандартную станину. Сейсмоанализатор. Это что-то вроде гранатомета, если я правильно понимаю. Электромагнитный ускоритель. Создает бесконтактные мины с эффектом оглушения. Тероидальный дифрактор. Да. Производит зажигательные гранаты. Магнитная волна. Создает ракетную установку. Ух ты. Скорость у нее, конечно, так себе. Компрессор. Создает часовую мину, которая крепится к поверхности.
мне не нравится. Импульсная волна создает мины, которые крепятся к поверхностям. Ну, у меня вот либо граната, либо мина, либо ракетная установка, конечно, интересно. Ой, 50 история вольфрама, я не буду пока тратить его. Может, мне тоже торсионный вал сделать? Шерас нас тоже нас хорошо научила, чтобы не взяли с собой. Ну да, можно. Сейчас я тогда сделаю, пусть у меня тоже еще один будет. Выйдешь потом, посмотри, что там на стенке что-то написано, я не успела прочитать. На какой стенке? Ну вот краем слева от станка. Я уже когда станок разворачивался, заметил, что там что-то написано. Блин, все вольфрам стоит. Нет у меня столько вольфрама. Мне жалко за него платить. А что нужно сделать, Саш? Давай я сделаю, и тебе детальку дам. А ты не дашь мне детальку-то? Почему? Я не могу дропнуть? Ты не можешь ее передать, нет. А, ну да, точно, оно же... Понятно. Сейчас я... Ну, по цепям мне опять же негде пройтись. Плюс 3 к урона мне никто не даст пока. Ну да. А оно бывает? Не знаю. 3. Ну, видимо, нет. У меня обойма, урон. А, ну я могу открыть себе цепь еще поставить. А как их открывать? Ну просто. Так, хоп, открыл. Поэтому я, наверное, сейчас пару цепей открою все-таки. Урон плюс 2, минус перезарядка, плюс перезарядка, урон вот так. И сюда просто урон, наверное, пока что. Пока так. А, получше потом разберемся. Ну мне Бола, вот это Бола оружие нравится, в принципе. Довольно эффектно получается. Так, пойдем. Вот про эту надпись я тебе говорила, вот. Возвращайте инструменты назад. Даже если вы нашли их, если я правильно понимаю. Там как-то размазано написано. Ну, я думаю, что примерно это. Это они специально, гады, сделали так, что когда обратно человек пойдет, чтобы напугался. Ну да, после пойдем. Станка расслабленный. А, то есть я впереди, понятно. Ну я, видишь, с чем? Я не смогу даже отстреляться. Я, конечно, смогу выкинуть ее, но... Так. Это ты там царапаешь все деталькой? Я. Еще я в пузо тебе ее тыкаю, в спину. Вообще-то ты сзади идешь. А тыкаю в пузо. Проходи. Я, да? Ну ладно. А мне как-то это вот место больше смущает, чем комната. Я лифт починил. Молодец. Я, конечно, не хочу показаться плохим очень, но может его расчленить? Я не думаю, что это получится. Можешь попробовать, конечно. Ну нет, я не хочу. Сейчас уже, я думаю, без разницы. О, лифт. Не знаю. Ой, бот ждет на станке. Да. Я пройдусь, ладно. Быстренько заберу просто барахло. Хорошо. Бота освобожу. Здесь на меня никакая хрень сейчас не нападет. А то я описываюсь. Это я описываюсь. А ты чё? Тебе не положено. Я представляю, Айзек такой. Я сейчас описываюсь. Да блин, у него там, может, в костюме специальная есть штука, которая... Да у них у всех там, наверное, в костюме специальная штука. Я не знаю, как тут можно не описать. Это с виду только они такие смелые, законсервированные. А внутри специальные штуки. И поди за запахоуловителем, чтобы не деморализовали остальных. Сейчас готовься, может, какая-нибудь фигня вылезет. Не вылезла. Вентиляция, да, ну как обычно, в лифтах только вентиляция должна быть. Как там? А чё он шапку снял? No, you see, I'm not that broken. Ellie's worth more to me than this mission. And what are you gonna do when she's a corpse on the floor, huh? What are you gonna do when everything you care about is gone? You tell me.
You fucking lost, Clark. Yeah. I'm the one that's lost. Ой, дурак. Да что, осторожно. Ну, я пошел. И шапку сразу такое одел. Я тоже хочу шапку. Да толку, я думаю, от этой шапки мало. Заходи. Ой. Что там нам сегодня говорили-то? Опа. Это что такое? Это? Сверху. Сверху. Над головой у тебя. Ты уточняешь, что у меня там над головой. Открываю. Я уже второй раз пытаюсь сказать, что типа предыдущие серии, где мы там летали в космосе, это последняя серия, где будет все так спокойно. Да блин, здесь вообще стрём полный. Да хватит нам, отойди от этой двери дурацкой. Станину взял. Патроны вижу. Почему у меня не засветилось, что станину взял? Не знаю. А ты не взяла? Я не. Здесь валялась. Прямо. Но она, по идее, должна была тебе взяться. Ну, наверное, только. Патроны будешь брать справа? Не уверена. В смысле? А почему у тебя здесь нет патрон? Странно как. Ладно, пойдем дальше. Ой, я не знаю, все, они опять накатили обстановку. Ну все, иди дальше, или давай я пойду туда. Я иду. Не потом. Где? Та хрень. Ушла она. Какая здесь задница. Я извиняюсь. Это что вообще? Тела. Они же не будут оживать, да? Будут. Наверное. Идет сохранение. С чем я нас и поздравляю. Звуки вот тут где-то. А, сейчас готовься. Так, ладно. Вижу, слева. Налево поверни на угол, вон туда. Ты что такое вообще? Ты дальний угол прикрывай. А, перезаряжаюсь. У меня паника, простите. Я жив? Я жив. Да, все хорошо. Что это такое вообще? Какие-то странные некроморфы. А кого они там ели? Ой, не знаю. Так-то правильно, что они туда, конечно, не пошли. Я думаю. Холодильник так еще главное открылся медленно. У меня уже на этом этапе было. Так себе. Идем потихоньку. Хватит их там рассматривать с таким. Таким, короче. Вольфрам я взял. Он теперь здесь падает. Намек. Улучшайте все, что можно. Или вас съедят.
Ты везде подоплеку ищешь. В этой игре именно так, по-моему, и есть. Да? Ой, ладно. Да я каждый раз захожу в игру, знаешь, думаю, что все вроде уже более-менее обвыкся с этой атмосферой, но нет. То есть у меня не получается к ней как-то хоть немножко привыкнуть. Читаю, слушаю там, точнее. Personal log, Sam Ackerman. Three days I've been quiet, hiding in the dark. I have to get to the radio, call for help. I think there may be a way around them by throwing small objects. I can trick them into investigating the noise. Ackerman! Is that you? Oh God. I smell you! I smell... Это люди стали такими. То есть это люди, ага. Капец. То есть еще даже пытались разговаривать. Ага. Не совсем уже, конечно, вразумительно. Че, идем? Сейчас, может, что увижу интересного. Пошли. Так, сверху вентиляция. Осторожно. Ё-моё. Ну, мне ещё помолчать надо было. Ой, предупредил бы. Ну, сидят, да. Ну, я уже поняла. Да умрите, ё-моё. У меня дробовик нифига против них не работает. Ой. Хорошо, они меня покоцали. И просто, блин, надо дробовик на что-то другое менять. Он здесь мне не нравится против них. Они очень часто. Их много очень, они успевают перезаряжаться. Да. Что здесь есть? Хорошо. Ой. Это я. Да, на что дробовик? Ну, короче, я пока булшотами буду стрелять. Преимущественно. Я не знаю, дробовиком у меня не получается. Булшотов хорошая скорость. Я даже вот подумал, может сделать двойной булшот. Там чертеж даже такой есть. Тут вкусняшка, цепь модернизации. Было, я не очень поняла. Плюс 2 урона. А хотя тут везде звуки. Минус 1 обойма, да ё-моё. Зачем такие кривые цепи нужны вообще? Я думаю, их есть смысл просто разбирать на полезные составляющие. Шуршат, шуршат, блин. Негодяи. Ой, там вентиляция над тобой. О. Ага. Готово? Не то чтобы совсем. Слышу звук. В смысле, сигнал. Карантин. Для бота. Да ё-моё. Да вот так встать. Чтобы спокойно оглянуться можно было. Вот он бешеный там. Артефакт КССК. Выдержка из помятки. Легионера КССК. Выживание при низких температурах.
Покидая помещение, в обязательном порядке надевайте арктический костюм, вне зависимости от того, сколько времени вы проведете снаружи. Запрещено использовать костюм с изношенными швами, разрывами или отсутствующими замками шлема. При обнаружении дефектов немедленно сдать обмундирование на склад. Наличие даже небольшого отверстия приведет к попаданию холодного воздуха внутрь и последующей смерти менее чем через минуту. Использование санитарной системы трубок строго обязательно. В случае вынужденного длительного пребывания снаружи, физиологические жидкости тела приведут к потере изоляционных свойств костюма. Санитарные трубки стерилизуются после каждого использования и совершенно безопасно. Не допускайте образования льда на замках костюма. Не топайте ногами, чтобы стряхнуть снег с ботинок. Вибрации могут привести к повреждениям санитарной системы. Ты вообще слышишь или нет? Или ты... Слышу. А, ну хорошо. Что ты именно слышишь? Что он там ломится за стеной? А, ну хорошо. Еще я слышу, что есть бота, можно поставить, и хочу поставить. Но не могу понять. А, вот сюда. Я опять подвис что-то. Как-то. А может сюда обоих можно поставить, нет? Или он один только соберет? Не, один. Второй у меня не стоит, не ставится. Ладно, пойдем. Я думаю, он нам еще о себе даст знать. Я тоже думаю. Вот он там ненормальный. Сколько он там, интересно, сидит уже? Так. Ладно. Блин, вентиляция опять. Идем? Вот так, куда бы так. Я. Как бы он просто сейчас отыщу сюда приполз. Чем тянет? Боится там оставаться один. Я бы тоже боялся. Мне кажется, там слева что-то дышит. Где? За дверью. Ну что-то есть. Не пойму, только там или не там. Ну что, мы идем? Хотя нет, мы не идем. Мы ставим на паузу. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А что за этой дверью, узнаем в следующей серии. Молодец. Которая, впрочем, выйдет в этот же день, так что... Нам не шибко лучше. Всем спасибо и всем пока. Всем счастливо. Ready, set, and begin. 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 Begin.